она, рыба, нерестится. Да. Прикольно. Почти возле самого берега. Вода кипит. Это, в принципе, вдоль всего берега происходит. Больше там, где всякие коряшки, от веточки с дерева упали. Вот она трется там. Говорю, что это зрелище. Это прикольно. Всякие приманки она уже внимания не обращает. Это ее брачный период. Природа берет свое. Причем сверху так сниму. Вот не плиты. Самым бережком тут вода более всего протета. Душа ж прямо радуется за эту рыбку. Да. Интересно наблюдать, как караси нерестятся. Там вообще одна самочка, за ней три самца. И на такой бешеной скорости она от них как бы убегает. Вот. А караси пытаются ее догнать. Вот. Ну, это практически вот если пройтись она везде. Все. Вся рыба пошла полным ходом переститься. То есть... Ого, какой-то там карасик. Наблюдать за этим можно долго. Главное ее в этот момент не беспокоить. Пускай она возобновит свое потомство. Чтобы на радости рыболовам. Все кишит, все кишит. Нерест, господа. Так что берегите природу, мать вашу. И она вам отдаст сполна. Не знаю, слышно ли эти всплески, но... Просто... Орье. Ладненько, на этом буду заканчивать. Я вам со спиннингом вышел сейчас. Пойду в другое место. Буду бросать. Всем до новых встреч.